вопроса. Возвращение прервано. Ошибка. Неизвестные темпоральные координаты. Двигатель обратного переноса поврежден. Функции системы изменены. Вставайте! Кому говорю правильно? Серными экспериментами магистрата, направленными на вашу защиту, продолжительность сезона дождей может увеличиться. Приносим извинения за доставленные неудобства. Как ты это сделал? Он нас спас, и мне плевать, как именно. Проверь костюмчик. Может, сойдешь у них до своего? Пошли, уходим. Пошли. Внимание всех, кто поддерживает повстанцев. Я крайне разочарован таким поворотом событий и в последний раз предлагаю вам обдумать свои действия. Нас прижали. Сволочи! Очевидно, что так называемое повстанческое движение с самого начала обречено на неудачу. Вчерашнее пробуждение только подтверждает эту истину. Могу сказать только одно. Любые попытки выяснить мое местонахождение будут пресекаться в зародыше. Считаю своим долгом напомнить о последствиях дальнейшей эскалации насилия. Если акции неповиновения не прекратятся, мы будем вынуждены казнить всех военнопленных. Дерьмо! Что же касается военнопленных, я снова должен подчеркнуть важность своевременной регистрации граждан. Помните, времени осталось не так много. Помогите! Если ваши родные близкие не пройдут регистрацию, они будут объявлены врагами магистрата. Регистрируйтесь сами, регистрируйте свою семью. Помните, наша защита распространяется только на зарегистрированных граждан. Попался! Предлагаем вам лучшую жизнь. Магистрат Крона был учрежден для блага и защиты всех владельцев зарегистрированных граждан. Надеюсь, вы все сделаете правильный выбор и сделаете его вовремя. Батарею! Проверка! Всех зарегистрированных граждан. В связи с атмосферными экспериментами магистрата, направленными на вашу защиту, продолжительность сезона дождей может увеличиться. Приносим извинения за доставленные неудобства. Ай, как все достало. Не двигаться! Поддерживает повстанцев. Я крайне разочарован таким поворотом событий и в последний раз предлагаю вам обдумать свои действия.
Если вы продолжите демонстрировать открытые непонимания, если всех замечены незарегистрированные гражданские...